Всем привет, меня зовут Рос, вы на канале Midcore Show, и мы с вами возвращаемся в эту самую кафешечку. А если вы ее узнали, то да. Это игрушка про суицидального парня. Вот именно про этого, за него мы играем. Короче, парень склонен к суициду, и с помощью этих суицидников, и нам надо проснуться, суицидиков, на каждом уровне. Вот мы прошли с вами всякие НЛО здесь, лесопилки, и нам надо проснуться, чтобы спасти бутылку с драгоценным пенным напитком. И сейчас у нас какой-то уровень с вопросиками. Седьмой уровень. А каждый уровень из них прям такой, знаете, уникальный, очень прикольный. Я надеюсь, что здесь будет что-то новенькое. Давайте же сразу оренимся в бой. Сорян, в прошлом видео были проблемы со звуком у меня, с микрофоном именно. После перестановки винды... Опа, а я уже вижу. Тебя можно носить? Так, хорошо. А, да? Подожди. Он прилипает. А я вижу фигурку. Фигурку вижу! Забрал фигурку! Хорошо, так, это у нас что-то типа Супер Марио, что ли, получается? Прикольно! Так, тихо. Здесь нам, видимо, надо построить мостик. Ну-ка, иди ко мне. Так, так, а как бы тебя... Эх ты ж, блин! Ну ладно, давай, вот так вот. Нет, тихо. Сейчас мы тут все оформим. Так, вылезать отсюда. Ага, можно. Так, ну-ка. И... Тихо, тихо, блин, дурак. Ах, непривычно после всех игрушек в такую. У него управление довольно-таки, знаете, топорненькое. Твою ж налево. Тихо, 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 тихо. А мне здесь нужен кубик. Иди ко мне. Кубик. Я дотянусь до тебя? Пожалуйста. Скажи, что... Не дотянусь. Собака, ну, пожалуйста. Блин, да ладно, как так-то, а? Стой. Тогда мы это делаем вот сюда. Мне нужно будет этот кубик еще и забрать. А тебя мы... А, ну тебя мы просто подальше поставим. Вот так вот. Хорошо, и давай, и вот так, и вот так вот. Вообще проскочили как... Опять не дотягиваешься, что ли? Дотягиваешься ведь есть. Хорошо. Вот так вот. Ага. Ништяк. Тихо. Давай заберем с собой кубик. Я думаю, что нам он пригодится. Так, что там? Вот так вот. Красавчик. Хорошо. Ты стой здесь? Да, точно, это Марио, короче. Цветочки эти. Жесть какая. Со звуком что-то здесь реально беда. Так, ладно. Здесь кубик мы с собой не заберем. Ладно, сейчас зато мы это с вами проскачем. Просто с первого раза. Как нефиг делать, как профессиональные скакальщики. Давай, пожалуйста, красавчик, есть. Кнопка. Хе-хе, легко. Грибочек плюс кубик. Грибой. А-а-а. Ну, грибочек я на тебя поставлю, и чё? И кубик сверху положить. Эй! Подожди, а если бы ее выкинул за пределы, то ты что бы делал-то? Хорошо. Бегом! А! Пробежал, нифига себе. Вот это поворот. Так, там в трубу, окей, здесь нам ничего не надо сверху. Ничего. Так, там... Что это было? Так, тут есть грибочек. Там сверху кубик. Ну, окей. Давайте мы сейчас кубики соберем. Ахуа. Молодец. Хороший толстячок. Ага. Хороший плохой толстячок. Зачем ты упал в самый низ? Дурак. Так, все нормально там? Все нормально. Сейчас мы затащим. Подожди. Ты у меня хороший толстячок. Ты сможешь. Вот так. Вот это что? Это ничего. Так, кубик. Кубик вижу. Кубик забираем. Так, хорошо. Кубик у нас есть. Давайте смотрим. Тут какая-то большая локация. Кубик плюс... А, ну кубик плюс кубик. Типа нам нужно два кубика, чтобы достать третий кубик. Так, нам можно вниз прыгнуть. Подождите пока. Еще рано. А где? Кнопка. Эх, зараза.
Это... Воу, да что ж со звуком-то не то? Кубик. Кнопка. И у нас один... А, я знаю, как надо... Блин, да ну shift это не бег. Ну вот раздражается. Кто придумал делать shift ходьбой, а не бегом? Так. Окей, давай. Сейчас мы... Нифига не вижу, куда я его несу. Да, подпрыгни ты. Вот так вот. Так, кладем кубик на кнопку. Ну как кладем? И грибочек сюда. Опа. Давай. Тебя можно... А тебя можно кинуть? Нет, тебя можно только отпустить. Блин, ну сорян, грибочек. Я заберу отсюда кубик. А, хотя я могу на лифт положить. Ну-ка, подожди. Вот так. Хе-хе, положил, блин. Подожди, стой. А, значит, грибочек я могу на лифт положить. Ну-ка, давай, иди сюда. Чё ты так злобно на меня смотришь? Я тебя спасаю, дурень. Ага. Хрен на ныть, ты чё положишь? Могу я тебя насквозь? Не могу. Ладно. Спасаем только кубик. Тихо. Что это? А, подожди, он взаимодействует. Ты взаимодействуешь с предметами? То есть, если я красным понесу... А, нет. Так, два кубика у нас есть. Хорошо. А, кубик плюс кубик. Ну-ка, стой здесь. Где у нас второй кубик? Где-то здесь мы... А, тьфу ты, там у нас, блин, shift не бег. Сколько раз тебе повторяю, shift не бег. Так, второй кубик у нас остался здесь. Забираем, блин, ну этот уровень-то по запарне получается. То есть мы предыдущие так с вами легко проходили, а здесь прям что-то кучу действий надо делать. Так, два кубика, если соединить. Что будет? Ничего, да, видимо. Ну да. Окей. Ну ладно, один кубик. А мы оттуда вообще выберемся с кубиком-то? Ну хотя должны. Ну давай, вот как-то вот так вот. Я надеюсь, этого будет... Да, тихо ты! Блин, вот им сложно очень забираться. Давай, ну, тихо, и, опа, опа, эй, кубик у меня. Отлично. Так, хорошо, хорошо. Так, у нас есть три кубика. А зачем нам это? Я думаю, что сейчас будет место, где нужно целых три кубика. Так, два. Запарная это работа, так сказать, кубики. Я тут в Марио вам не подписывался, это алло. Я хочу самоубиться. Вот пусть меня этот цветок сожжет. Залезь ему в пасть. Он зубастый какой. Так. Где нам нужны... А, нам вот еще вниз надо. Ну-ка. Без кубиков туда пойдем. Блин, ну ладно. Ну, уже поздняк. А, здесь выход есть, хорошо. А, так. Кажется, я понял. Кубик плюс кубик плюс кубик. И нас выдует просто из этой трубы наверх, и мы там разобьемся к чертям. Все, я понял. Короче, кубики нам надо теперь сюда... Блин, реально запарно что-то. Там все видно, все нормально. Реально, блин. Три кубика туда перетаскивать, это ж дичь. Три же кубика там было, да? Так, окей. Оттяг. Оттяг. И прыжок. Отлично. Так, выстраиваем, короче говоря, лесенку. Блин, да ладно. Вообще запара. У нас тут сейчас как бы на целую серию не получился один уровень. Я-то надеялся, что мы еще там где-нибудь уровней 7, как в прошлый раз, пройдем, как в прошлой серии. Собственно, по лайкам, по комментариям, да, увидел я, что эту игрулю прям понравилось вам. Ну, тут и головоломки, и поржать. Короче, все как надо. И поэтому, собственно, и решил продолжить ее записывать. Плюс в ВК прилетело пару просьб. Ну давай, давай, Suicide Guy. Suicide Guy. Хотим посмотреть еще на способы его смерти. А-та-та, конечно. Способы его смерти, блин. Чувак тут парится, короче, пытается разбиться, чтобы спасти всего лишь какую-то сыроненькую бутылку пива. Бутылку пи... Тихо. И... Оп! Ну, где-то там, короче. Ну, короче, как-то так. Мне бы здесь и двух на самом деле хватило. Ну, так-то. Да давай, давай. Воу, на шипы! Же...
Джеронимо! Блин, 10 минут, да ладно! Чё так, блин, вот реально у инди вот самая большая проблема, вот чаще всего, которую я встречал, это не геймплей там, не графика, это реально звук. В звук вообще практически никто не умеет нормально. Так, о, маяк. Это мне нравится. Блин, да ладно, 10 минут на один уровень. Человечек. Так, ну это должно быть изи. Лампочка. Иди ко мне. А, тебя надо подобрать. Тебя надо вставить сюда. Ну, это... И встать на луч. Нет? Моби Дик. Уйди. Так, куда... А, подожди, надо корабль, короче, направить. Стой, 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 подожди, подожди, подожди. Надо... Ага. Айсберг, вон, айсберг, айсберг, айсберг. Ну-ка. И что? Вон корабль, на корабль надо направить. И корабль тогда пойдет на нас. Где он там? Вон он. Он пойдет на нас и врежется. Правильно? Блин, какой, как шумно-то, а? Что происходит? Куда светить-то, алло? Опа, что это? Баги, глюки? А ты кто? Здорово, подожди, подожди. В гла... Стой! Куда ты? Алло? Где он? Давай! Давай, детка! Ну? Вон он, вон он, вон он. Ну, давай, съешь меня, пожалуйста! Большая Моби Дика, ну, давай. Ну, что ты вылупился? Я тебе в глаз сейчас направ... А, подожди, лампочка выпала, да? А, или он разбил ее? Я б тебе сейчас в глаз как зафигачил. А как тебя починить? Что ты вылупился? Жри меня давай. Лампочка, я в тебя сейчас как херану, блин. Ах ты ж... Да слышь! Как починить-то эту штуку? Почему она не горит? Алло! Ой, я через стекло вытащил. Так, может обратно в лампочку вставить? Нет, не хочет. Может лампочку сюда вставить? Ага, хрен наны. Блин, ну ему точно надо в глаз зарядить. А как? Она не хочет гореть, алло. Ну что так сложно-то? Эй! Ну ты вылупился! Иди сюда! Эй! Капец. Ну давай, сбрось меня, скинь меня уже. Разломай меня полностью-то, ну. Ну давайте покрутим. Да ни хрена. Я не понимаю. Блин, так он разбил ее. Ну чё? Чё я сделаю-то, если разбил? Я б ему сейчас в глаз... Может, рестарт сделать?
Эй, вот лампочка, которая тебя доставала. Ну хватит сюда палить-то, алло, ну давай по-нормальному. Капец. Почему не работает? Может, под кровать спрятаться? Книжкой тебя уфигачить, что ли? Подожди. Стой, ну радио, ну в жопу радио. Тумбочка, ну. Есть еще лампочки? Запасные. Чего не работает-то, алло? Да она не хочет работать, ну. Может, еще одну надо выкрутить? Ну охренеть. Блин, что тот уровень запарный был, что здесь теперь нифигашеньки непонятно. А что делать-то? Эй! Тут действий-то не особо много, ну. Давай! Ну хватит, ты что вылупился? Почему ты не горишь? Ну давай! Ну? Вот же что собака-то какая, а? Не, ну я не понимаю. Чего ты не горишь? Тут есть рестарт? Капец, сколько... Сколько времени-то потрачено, а? Лампа. Может быть... Подожди. А может быть... Надо как-то так? Нет? Нет. Так, лампочку оттуда вытащили. Хорошо. Так. Или я понял. Нам надо его бесить, короче. Нам надо вовремя на него наводить, и когда он поплывет в эту штуку, нам надо на него зафигачить свет. Сейчас он появится где-то здесь. Ну, вон. Тихо. Надо его выбесить максимально. Да, хорошо. Ищем. Смотрим. Вот он. Вот он тут. Тихо. На тебе в глазенку в твою. Нет, не попал в глазенку. Так, сейчас он откуда-то... Давай, катись. Сейчас он оттуда поплывет на нас. Сейчас, тихо. Сейчас он откуда-то должен поплыть очень быстро. Вон, он плывет. Не. Да ну и чего? Ну сейчас он здесь вылезет. Ну? Да ну what the fuck, алло! Вы кто-нибудь понимает, что сейчас делать? Напишите в комментариях, если вы сразу врубились, что делать. Есть у меня подозрение, на самом деле, что... Капец! Иди ты нафиг, а? Так, что здесь надо делать следующим образом. Вставляем эту шнягу, крутим на него, давай. Так, раз. Давай, там два сейчас будет. Где-то там. Ну? Где там, слышь? Ага. Отлично, есть. Так, теперь. Теперь он где-то вот здесь вот будет. Сейчас мы затащим. Во-во-во-во. Всплывает. Ага. На тебе. Давай, уваливай отсюда. Алло. Ага. Сейчас мы берем... лампочку. Кладем ее на кровать.
У меня других вариантов нету просто. Ну? Во-во-во, втапливает, втапливает. Бам! Ну-ка. Да ну ни хрена! Ну чё? Блин, ну подожди, ну что такое? Ну как? И чё тебе надо? Собака, отвали! Отвали от меня! Ну наоборот, не отвали, сожри меня уже, пожалуйста! Я тебя прошу, сожри! Почему он не разбил ничего? Почему он не бесится? Я бешусь больше него! Хотя, блин, лучами я в него фигачил. Ну что такое? Врубился! Все, я теперь с маленьким фонариком. Ну давай! Давай! Сейчас он опять поплывет у нас. Во-во-во-во, разогнался, разогнался. Давай! Давай! Ты или я? Кто свернет последним? Ну я не могу свернуть, у меня. Сожрал! Блин, ни хрена себе, какая сложность. Вот. Вот реально это очень круто. Каждый уровень реально разнообразен по-своему. Это вот огромнейший респект. Такого я давно не видел. Так, что, успеваем? Успеваем. Что это такое? Что это за херня? А, бургер. Вот. Кит, что ли, этот? Так. Что это такое? Кто-нибудь знает тематику? Ну, мой... Ёптит, привет сосед, что ли, какой-то? Дом похож на привет соседа. Эй, соседушка! Не вставать сюда. Ладно. А, о, да ладно, это мне надо забраться наверх. Это какой-нибудь звук капец просто. Я его запарюсь регулировать. Это какой-то Assassin's Creed у нас получается тогда. Так, дверь, естественно, не открывается, да? Угу, я понял. Короче, будем паркурить сейчас с вами. Музыка, тихо-тихо-тихо. Все в порядке, дружище. Да ну ёперный театр, а! Блин, это мне напоминает почему-то какую-то смесь Райма. Да, в принципе, Райм это мне напоминает. Недавно проходили мы с вами. Реально. Музыка. Че это? Магнитола. Так, окей, наверх. Ящик. Нафига ящик? Ага. Тихо! Блин, вы видели? Ткань просто мне чуть не помешала, но мы справились. Ништяк. Звук беда. Я просто не устану это говорить, не устану это повторять. Со звуком реально лютая жесть происходит здесь. Ну погнали, давайте, просто сходу сейчас. Сходу затаскиваем эти паркурочные номера. Опа. А как дальше? Подожди. А, стой. Ёпте. Ни хрена себе. Так. Ну по идее допрыгнул. Тут тоже вроде должен допрыгнуть. А, вот там не допрыгнул. Ну, здесь вот на всякий случай поставим. Хорошо. Ладно, пробуем. Ну, это вообще на самом деле... Ты зараза, а? Это так. Изи разминочка вообще. Здесь только главное не падать. Уху! Да, вот так вот не падать. Блин, хочется shift нажать и бежать, но нет, здесь shift ходить. Ты остановишься и упадешь. Давай, давай, давай. Это вообще на изи проходим. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо.
Да ладно, блин, не достаем чуть-чуть. Немножко сюда. Давай, хорошо. Я думаю, надо поставить две, а вместо последней... Ну, вместо последней надо поставить там две по пути, потому что на последнюю как раз мы нормально заскочим. Капец. Долбанный Assassin's Creed, блин. Тихо. Так, ну сейчас мы тут не допрыгнем. Не допрыгнули. Допрыгнули. Все, есть. Тихо. Хорошо. Да ну ты издеваешься, а? Что? Открывай! Капец! Как так можно-то, а? Как так можно со звуком работать, я не понимаю. Куда дальше? Дичь. Это жесть. Куда дальше-то там идти? А, вон проход вижу. Да, залезь. Я просто хочу отсюда побыстрее выбраться из этого ужаса. Из этого ушного ужаса просто. Тихо. Я надеюсь, здесь ничего не обломится. Тихо. Быстрее. Нафиг отсюда. Перестань жужжать. Вот жесть, а. Не, можно было бы нахер уже его вырубать после такого. Но, блин, раз уж мы проходим ее, то... Ладно, будем терпеть, придется мне просто звук вытягивать, там будет перетягивать. Фух. Просто вы чувствуете, как он... Ну, я не знаю, может быть, я уже подровнял нормально, но вряд ли. А тут лабиринт у нас начался. Это просто капец. Причем, блин, мы же... О! Фигурка. Мы же можем тут ползать и даже ничего не бояться. Вот нас пытаются запугать. Звуки такие, как у пауков, да, знаете. И вот это вот потрескивание. А нам пофигу, мы не боимся, потому что если мы встретим пауков, то значит мы умрем. А это значит мы пройдем уровень. Верно. Во, нашел. Тихо. Ну, может, хватит, а, уже? Нам туда. Тихо, блин! Управление крайне нефрендли. Тихо. А, хорошо. Ну что, мы добрались? Пожалуйста, скажи, что мы уже наверху. Просто жесть. Это просто конец. Огромный дизлайк, огромный дизреспект просто таким людям, кто так делает со звуком. And... Нихера себе высоко-то как, а? Here we go! Бомбочкой! Вот так вот. Ладненько, давайте на этом заканчивать. Коллег 10. Я в прошлый раз забыл, кстати, включить эти отображения оверлеев. Поэтому, собственно, не было их видно. Так, о, следующий у нас что-то с офисом связано. Смотрите, с компьютерами. Номер 10. Короче, прошли мы всего, блин, 3 уровня. Представляете, 3 уровня. Вот это жесть пошла. Ну что ж, предлагаю опять поддерживать лайками, комментариями, если хотите продолжение. Ну, блин, это очень круто. Каждый уровень, он по-своему уникален. Паркур, игра с китом, там, со светом, головоломки с кубиками, включение кнопок, тоже расставление кубиков там, Индиана Джонс приключения, Портал, с молнией этот, Франкенштейна, паровоз, блин, ну не было ни одного повторяющегося уровня. Это офигеть. Но за звук огромный минус, вот реально. Вот звук здесь поправить, и будет просто офигенно. По графике даже она ничего симпатичная. Ну и по управлению, может, немножко сделать его как бы более
податливым, но это уже ладно. Короче, ладненько, давай на этом заканчивать. С вами был Рос на канале Мидкор Шоу, игра Suicide Guy, чувак-самоубийца. А, продолжаем прохождение, уже до 10 уровня прошли, точнее 9 уже уровней прошли, это на сейчас 10 должен быть, какой-то офисный, компьютерный, фиг его знает, что там будет. Всем большое спасибо за просмотр, обязательно ставьте лайки, комментируйте, вступайте в сообщество ВКонтакте, ссылочки в описании под этим видео, подписывайтесь на мой канал, и всем пока!